Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel, и в этом эпизоде я расскажу вам, как построить снежную ферму. Для этого вам понадобится забор, два блока снега, одна тыква, лопата и немного камня. Итак, приступим к постройке. Для начала выкапываете яму 3 на 3 и заделываете ее полностью камнем. Затем ставите забор. И в центре делаете снеговика, он же снежный голем. Затем берете в руки лопату, прицеливаетесь в то место, где нет снеговика, и зажимаете левую кнопку мыши. Вот и все, ферма готова. Я рекомендую использовать все-таки каменные инструменты, потому что тратить алмазы на добычу снега — это слишком расточительно. Также не получится ферму построить в пустыне и на равнине, потому что там слишком тепло и снег просто не появляется. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!